Настроение хорошее, день хороший. Именно поэтому он повлиял, я думаю, на невысокую явку, потому что народ у нас деловой, сады, огороды. Но тем не менее, голосование состоится, слов нет. Все проходит в целом достаточно спокойно, под контролем. Наблюдатели работают. Поэтому мы рассчитываем на хороший результат, на достойных людей в Госсовете, которым я хотел бы пожелать, независимо от политических убеждений, после выборов они будут депутатами одного Государственного Совета Удмуртской Республики. И они все должны делать, чтобы у нас в республике была стабильность, как залог дальнейшего развития. Мы неплохо двигаемся в решении очень многих социальных задач, и двигаться надо дальше.